первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, посетила Одинцовскую гимназию номер 14. Возведение пристройки мы держали на партийном контроле. Директор ознакомил с новым корпусом, осмотрели современные учебные кабинеты и ход благоустройства школьного двора. В старом здании посетили классы, оснащенные новой мебелью, и школьную столовую, сообщила Лариса Лазутина. Депутаты окружного совета депутатов от «Единой России» Олег Цуцков, Андрей Яцишин и Станислав Улитин проверили ход строительства очистных сооружений ливневых и талых вод в раздорах. Работы выполняются строго в соответствии с графиком и находятся уже на завершающем этапе. Окончание строительства запланировано на 2023 год, рассказал Андрей Яцишин. Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили качество реконструкции улицы Чистяковой в микрорайоне «Новая Трехгорка». Новую дорогу протяженностью почти 2 километра расширили до 4 полос, установили 8 остановок общественного транспорта, 4 регулируемых пешеходных перехода, 5 светофоров, шумозащитные экраны для обеспечения тишины вдоль дорог. Работы проведены на качественном уровне, сообщил депутат Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» Олег Цуцков. Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили ход работ по укладке нового покрытия на спортивной площадке «Вогарёва». Старое резиновое покрытие уже разрушилось, произошло истирание цвета. По многочисленным просьбам жителей, его заменяют на новое, современное, которое не имеет швов и выдерживает даже очень высокие нагрузки. Работа выполняется строго по графику, сообщил депутат окружного совета депутатов «Единорос» Олег Цуцков.